Не важно, потому что да, Кристина права, как-то мы пришли в гости, а неожиданно приходится работать. Дело в том, что работали уже много. И поддерживая вот эту Пашину тему о географии, я, наверное, один могу ее поддержать, остальные не пишут, потому что мы с тобой вдвоем пишем про депутатов, про географию, про все остальное. Ну, про Россию, потому что Паша пишет про другие регионы, а я про Россию. Слышно? Как-то непонятно слышно. Нормально, да? Хорошо. Потому что в России дороги, непригодны к хождению ног, перебиты, поломаны ноги в результате всех этих дорог. Километров прошел я без счета, испытал все и взад, и вперед, но все время я чувствовал, что-то мне нормально идти не дает. И я странствовать стал аккуратно, пристрастился к плохому вину, в день пройду метров 200, и ладно, лягу и прозреваю страну. Но куда бы ни кинул я взором в те моменты, когда прозревал, всюду видел я быт, о котором и без этого подозревал. Бабы пьяные, дети босые, мужики обсуждают закон. Шибко пахнет махоркой в России, сизой дымкой устелится стон. Этот стон у нас песней зовется. От Москвы и до станции Чик черный ворон все вьется и вьется, да никак не замерзнет ямщик. Спасибо. Сейчас выйдет Юрий Овчинников, а я хотел бы еще сказать, что у нас сегодня в гостях Александр Симушкин, замечательный человек, как Саш правильно называется, руководитель галереи, как это называется? Как? Владелец. Владелец галереи «Джазиум», это торговый центр «Мегас» на автовокзале. Смотрите анонсы в соцсетях, приходите, у Саши очень интересные мероприятия, одно интереснее другого. Я даже не знаю, как им с Леной Берсеневой это удается. А? Саша, какое направление? Самое главное. Примерно такое же. Там выставка. Валентина Александровна, мы расскажем вам. Это очень интересно. Надо обмениваться опытом. Приходите. Юр,